И вновь всем привет, дорогие друзья. С вами, как всегда, я Дезертир. Всем приветушки, да. В общем-то, поехали. Я думаю, поспать ли нам. Или, в принципе, не особо нужно. Полночь на часах. Ладно, давайте сдадим квест, а там посмотрим, что будет. О, эта штука. Вот, сразили. Ну, вот видите, не зря старались. Вы все-таки завалили одноглазца. Вот это да! Теперь здесь безопасно, и все местные жители вам крайне признательны. Ну а Чокоба? Разумеется, наши птички в вашем распоряжении. Рад видеть, что вы живы и здоровы. Что-то я даже не посмотрел, что нам там дали. Ну ладно. Отлично! Ну что, док, пошли кататься! Ох, ты еще дополнительно полторашку опыта. Круто. Теперь можете брать Чокоба на прокат, купив билет на аренду, Чокоба можно в терминал птиц проката. Прикольно. Угу. На свою станцию посещение срока, если срок истек во время поездки, Чокоба убежит, когда вы с него слезете. О-о-о. Чокоба слиншленные птицы с характером, если ваш Чокоба вас не слушается, слезьте с него и пройдите пешком. Так, ну давайте возьмем на 5 дней Чокоба срок аренды. Просто по фану. Птичка. Смотри, Чокоба! Нокт. Что такое? Пошли! Ура! Катаемся на птицах! Я поеду вперед! Чё, Игнис, не страшно на Чокоба ездить по ночам? Милый Чокоба, на вас смотреть душа радуется. Не знал, что ты так любишь Чокоба. Я их обожаю. Только не пойми меня неправильно. Как можно неправильно понять любовь к Чокоба? Прикольно. А куда мы едем-то вообще? Так, ну можно галопом побежать опять. Кто знал, что гор настолько крут? Я рад, что она на нашей стороне. О, там демон вылез. Интересно, какого он уровня? Обратно, нам пофиг. Мэгзи Купузюка. Открой глаза, закрой рот. Так, а почему я слезть-то не могу? Так, слезть. Ну, я понял. И в чем спасибо, прикол? Что подвес. А, удерживать. Спасибо, приятель. Я покажу, на что способен. Как часто я это слышу. Ну, давайте гиганта завалим. И после этого, наверное. Сколько же еще раз? Хватит болтать, пора действовать. Будем их знать по-плохому. Шикарно. Дочку! Вы звонили? Отстань! Все кончено! Отстань! Эй, нажал уклонение, что за фигня? Черт. Просто действуй. У Иги дела плохи. Так. Ну, Иги, я думаю, подхилит. Ерунда.
Нет, не подхилят, но давайте ультра-эликсир на Игнис. Давай, чувак. Вот он я. Я потрясён. Больно. Так, а ультразелье полностью восстанавливает ОЗЗ. Так, постепенно восстанавливает. Давайте супертоник. Может, кстати, попробовать. Ой, будет больно. Ребят, поднимите меня, пожалуйста. Нет. Так, ну нам, собственно, дали все как надо. Здравствуйте. Магазин. Если покормить Чикобу овощами в лагере, он получит временное усиление. Мистические, точнее, миметские овощи и рейгенские овощи. Парить в воздухе повышает их выносливость. Заглядывайте. Прикольно. Птички вас можно... уже заждались. Рады иметь с вами дело. Добрый. Добро пожаловать. Модифицировать. А, можно цвет. Можно изменить цвет. Чоко, вы сделать его белым. А, у нас с Гладио будет белый Чокоба. У остальных какие будут? Имя Чокоба. О, прикольно. Можно изменить имя. Еще и медальку повесить. Простая сувенирная, которую можно для красоты повесить на шею. Ее можно выбрать, где она будет висеть. Прикольно. Заглядывайте. Круто. Так, ладно. На самом деле, сейчас посмотрим, что у него еще тут есть. Привет. Купить зелье. Где-то держите. Вот так. Ультразелье, эликсир, противоядие. Ну, хотя бы вот так. Еще дешманский можно даже, в принципе, вот так. Так, ультра-эликсир. Блин, дорогие, кстати. Угу. Сильный зелень полностью восстанавливает. Увеличит максимальное на 50%. Так, продать. А, у меня нет ничего дешманского. Да нет, что-то там было дешманское. Там была щетина тигра клыка, аж 13 штук. В принципе, можно, но вдруг она пригодится, поэтому пока не буду. Благодарю. Так. Чего изволите? Перекусите перед уходом. Нам от них просто житья нет. За него дали там вознаграждение 600 гил. А, еще раз его можно взять, что ли? Ага, то есть их попутно можно много раз подряд брать. За первую нам дают очень много, а потом уже... Угу. Понял, понял, понял. Может, фирменное так. Блюдо? Возвращайтесь. Думаю. Скорее. Мы поспим и потом фирменное блюдо захаваем. Древенько Чокоба, прикольно. 1-2 опыта. Я ну, уже ладно, лучше, чем ничего. Я тоже. Промтас Игнис будет заниматься готовкой, видимо. А мы будем налаживать все остальное. Ну, собственно, как и обычно. Куда что поставить. Просто посидеть, похалявить, отдохнуть.
17 левел. Так, случайный селфи. Прикольно. Да это же... Это же что? Ничего, показалось. Какой он суровый. Прикольно. Ха-ха-ха. Страшилась этим. Блин, прикольная фотка. Отлично. Да, довольно неплохой такой снимок. Прикольненько. Ладно, чё, комп покатались, там кто-то, я смотрю, квест нам хочет дать. Чё, опять что-то случилось у тебя, что ли? Ремешок для камеры. Эй, привет, ребята! Это у вас есть такой крутой фотоаппарат, да? Фотоаппарат? А, да, у нас. А вы не сфотографируете кое-кого для меня? Кого? Дикого Чокобо. Такой хорошенький, живет поблизости. Только что-то его давно не видно, я волнуюсь. Найдем твоего Чокобо. Вот спасибо, дружище, а то у меня и так дел по горло со своими цыплятками. Благодарю. Сфотографировать дикого Чокобо. Ну-ка, ну-ка. Так, задание. Я думаю, может сгонять на ювелир-любитель. Или к воинам Чокобо. Давайте-ка сначала вот сюда сгоняем. Эй, Нокт, о чем это вы там говорили? Да ни о чем. Он просто хочет фотку Чокобо. Чувак, я готов! Счастье привалило. Дикий Чокобо. Надеюсь, мы его найдем. Так, это что за черти там? Очередной смертник. Хорошая возможность набрать очки опыта. Для тебя это игра? Типа того. Я хочу тут пробить новый уровень. Но! Круто! Ага! Так. Ну-ка. Угладил бледный вид. Просто супер. Ну-ка, давайте-ка. Гладио, давай! Давай, Гладио. Вот тебе! Есть! Гладио! Давай, Гладио, буря! Вот тебе! Гладио, давай! Так, во-первых, нам нужен... Нам нужна схилка Ноктису. Во-вторых, братьева, мать ее, еде. Скверно. Как обстановка? Более-менее. Так, надо их как-то убить. Игнис! Готов! Нам, мразь! Я здесь! Быстрые черти. Черт. Гладио! Я подумал, что тебе конец. Правда, действуй!
Давай, промпта. Эй, вы, вот он я! Наверное, какой-то как... Эй, блондинчик! Это ты мне? Можешь, может, конечно, уровень низкий, но нам пока справляемся. Тем более кошечки разбежались немножко. Вид у него не очень. Это из-за ядра. Ура! Хорошо, что он не оборвался. Мы живы, и это главное. Ну, да. Теперь осталось только посмотреть, где у нас Чукоба. На вольных хлебах. Тоже где-то в ту сторону. Сфотографировать дикого Чукоба. Я вот думаю, надо на птичках, наверное. Так быстрее будет передвигаться, чем мы пешком будем. Птички, вы где? Так. Ага. На 5 дней. Нокт. Нужно поскорее добраться до Листалума. Да, не будем заставлять мою сестру ждать. Ух ты! О, тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! Вот-вот-вот-вот-вот! Да, вот! Дружище, все хорошо? Полегче! Ура! Спасибо, что подвез. Ой. Так, иди рысью давай. Чокобистый Чокобо! Чоко-чоко-чоко-чоко! Я видел, там была... Я поеду штучка, вперед! Но... Что-то не хочу ее подбирать. Слезает туда, обратно, долго. О, носорожки какие-то. Блин, как нам? И как нам туда пропасться? Ага. Кто знал, что кор настолько крут? Я рад, что он на нашей стороне. Мне нигде не дают пройти. Обидно. Ладно, поищем вход в эти дебри. Бежим! Спиди Чукоба! Так как спиди гонщик, только спиди Чукоба. Па-парам-пам-пам. Будет иногда прибегать на помощь Ноктису в битве. А, ваш Чокоба освоил прием. Чокопобег. Свистните в разгар сражений. Ваш верный скакун поможет вам сбежать один раз за битву. Прикольно. Игниса, много было королевского оружия? Столько же, сколько было королей. Хотя и не все сохранилось до наших дней. Это как сокровища искать. Видимо, нам за ним надо следовать. Короче, это повторный квест в том же самом месте. Черт. Не очень круто, но теперь без тумана.
Кстати, ради интереса просто проверю нычки. За спиной! Спасибо. Не забывай, они тоже нас боятся. Легче не бывает. 12 уровень уже для нас. Что тут скажешь? Ни о чем. Вперед. Ага. Так. Забираемся внутрь, блин, ну благо теперь он хоть ползет быстрее, чем раньше. Чтобы это было совсем печально. А, чоко-чоко-чоко-бой! Чоко, хватит от меня убегать. Куда он убежал? Кто-нибудь видел? Кажется, он где-то впереди. Здесь живут дикие чокоба! И то верно. Давайте искать. Так. Вот он. Да стой ты! Стой, мать твою! Круто. Вот он! Сейчас сфотографирую. Супер! Снято! Круто. Можем возвращаться со снимком. Ты красиво снял? Чувак, это же я! А для себя тоже снял? Чувак, это же я. Понятно, короче. Ладно, выходим отсюда. 16 только. Найти, где здесь выход. Мы в прошлый раз вон туда вот шмонались. Надеюсь, на этот раз я выйду быстрее. Потому что в тот раз что-то долговато это было. Давай, ног. Ну ты что, жутишь? Ты боком можешь пройти спокойно здесь. Тут столько пространства. Видимо, это тот полигон, о котором там говорили. Жалко, кстати, убитые монстры не сохраняются. Ну, то есть, потом нельзя их найти. Вот, например, мы вот здесь вот одноглазика убили, а его здесь уже нет. Печально. Было бы прикольно, если бы он здесь оставался. Ладно, а можно ты как-то... А ты не устаешь от этой силы королей? Немного. По утрам голова какая-то тяжелая. Попробуй ложиться спать не так поздно. Ну, тоже вариант, конечно. Я думаю, мне этот совет бы тоже подошел, но... Что-то как-то мы им не следуем. Ни ног, ни я. Так, а как мне его вызвать? Пошли! Ура! Собственно, чокоба. Так, ладно, кстати, по заданиям. Что у нас, что-нибудь близко есть? Прах к праху. Давайте, пока мы рядом, выполним прах это задание. Там это ученик профессора красной лягушки. Красная лягуша! Бежим, чокобо! Чоко-чоко-чоко! Чоко-чоко-чоко. Магитех двигатель! Совсем близко! Спасибо, приятель! Есть! Что? Я придумал новый рецепт. Я готов продегустировать.
Походу, нам не дадут нормально посидеть, да? Бой будет быстро. Давайте, ребят, мы вас сразу всех повеселим. Ты на чьей стороне? Я не хотел. Да будет так. Это ерунда. Это не ерунда, это вообще вызи. Просто. Эй, мой чоко парнишка убежал. Ладно, 100 метров, я думаю, пешком и так пробежать можно. Не так уж далеко. Тем более, вот там что-то все равно светится. Можно добрать. Буйволы. Прекрати, какие-то. Нокт! Да, цвет изумительный. Так, и последний. Так, посмотрим, какого размера он тебе буйволы. По левелу. Четвертый и десятый. Нормально. Охота начинается. Круто! Одним быстро! Так, извините, ребят, но нам нужна ваша шкура. Ваше мясо. Ну и еще много чего. Убьем в один момент. Потренируйся. Так. Заказ, так заказ. Что ж, не будем медлить. О! А нам их, кстати, надо было убить. Воу! Это еще что за хрень? Ты что такое за зверь? Есть! Что ты такой вообще? Большая страшная хрень. Нашел! Осторожнее, не раздави ее. Не раздавлю, но твою мать, это большая хрень в озере. Это случаем не лохнесское чудовище? Это, собственно, очень похоже. Спасибо. Где? А, вон они. Опять. Блин, надо, придется их убить. Ничего не поделать. Нельзя давать им разгуливать. Да они так смешно падают. Прям смешно. Пошли. Ага. Блин, поле. Да. Так, давайте их побьемся. Нафиг. Гладио, давай. Ай, Гладио, бурей. Отлично, Гладио. Это было несложно. Главное, взаимовыручка. Эй, тихо. Это как вот он меня так поймал-то прям? Вот аппарат сфотографировать. А, мы можем прям так фотографировать. Прикольно. У нас все в порядке. Круто! Пробка, действуй! Давай, чувак, залп. Я потрясен. Надо не остановить. Что тут скажешь? Есть бы! Ага. Пока, чувак. Вот так. Я вас всех здесь порешаю. Черт. Парни, у нас тут проблемка.
Круто. Не добил одного. Иди разберись. Один? Мы так не договаривались. Да он тут, собственно, и остался. Да, я слава подкрепление. Чё, ещё? Ну давайте ещё. Пошли. Империя. Мать твою за ногу. Специальный будет сейчас подарочек для имперцев. Давай, давай, вы открывай свою ушнягу. Вы будете падать, я вас буду прям тут встречать и сразу бить. Предлагаю разобраться с ними поодиночке. Один бы! Скукотища! Ты ничего не поделаешь. Вот так это прикольнее, по-моему, получается, да? Ну, как-то так. Еще и мышечные стимуляторы получили. Ладно, пошли дальше за лягушками. Предметы. Сфотографировать. Ностальгия пусть будет, да? Можем приблизить. Чувак, ну повернись ко мне. Классный снег получился, по-моему. Фотографии. Не-не-не-не-не-не. Снимок не удалять. Фильтры мы сделали, сменить ракурс. Все, в принципе. Предметы, свистки, призвать чекобу можем еще раз. Ладно, где там лягушатина? Я думаю, этого чувака можем убить, кстати. Но пока, правда, навряд ли. Сейчас, но в принципе... Сколько же здесь насекомых? Блин, а он еще и не один. Ты смотри-ка, воду пьет. Прикольно. А может и не можем убить. Блин, да где эти лягухи? Должно быть где-то здесь. О. Постарайся не раздавить ее. Прекрасная красная лягуха. Последняя, наверное, тоже где-то у воды. Вот она. Отлично, Нокт! Ура, я лучший ловец лягух на свете. Надеюсь, этого хватит. Я устал, как собака. Отнесем наш улов сани. Букет лягушек для прекрасной дамы. Оригинально. Так, я так понял, нам вон туда вообще по-хорошему. Так, вот там какой-то квест. Ну, коли мы все равно рядом, почему бы не подойти? Рыболов. Квест на рыбалку, видимо. Ну, давайте сначала сундучок. Метистый браслетик. Если вы пришли охотиться, то идите отсюда. А то распугаете мне всю рыбу. Значит, ты рыбак? Конечно. А ты тоже? Рыбачу, если есть время. Так значит, ты тоже рыбачишь. Тогда пошли за мной, покажу место. Я тебя тут раньше не видел. Ты здесь недавно? Вроде того. Ладно, я Навид. Я почти весь мир объездил в поисках рыбных мест. Вот что. Раз ты рыбак, давай устроим конкурс. Конкурс? Здесь водится скальный барамунди. Поймаешь его, я тебя награжу. Ну? Ладно, сделаю.
Так держать, парень. Ну ладно. Поймаем этого Брамунди. Так. Ловить рыбу. Снасти. Так. Или ты Брамунди. Ну вот как раз она нам и нужна, по сути. Истощение дракона. Так, ну я думаю, возьмем так, чтобы особо не париться. Здесь, в принципе, все то же самое. Так, вот крутые показаны, по-моему. Вот так вот. Закидываем. Так ты удочку не забросишь. Размахнись как следует. Блин, лоханулся. Лоханулся. Закинуть. Так, сюда. Хлоп. Кого-то поймали. Не особо большой. Так себе. Видимо, они вот там. Так, закинуть. Не-не-не, мне вот эти нужны, ребята. Че, не хотите клевать? Вот вы гады-то, а. Че, не клюем? Так, он что-то клюет. Включите свет! Еще минус одна рыбка. Класс. Да, что-то мне кажется, что это не то. Здесь рыбка большая и маленькая. Да ладно, ты прикалываешься, что ли? Давай. Такое ощущение, что он вообще забивает на то, что я ему тут пытаюсь словить. Хреново. Ребята, я так-то вас ловлю. Давайте, клюйте на нее. Че, она вам совсем не интересно, что ли? Вы прикалываетесь? Булькает же.
Под ни хрена не вижу, я вижу, что там где-то рыба. Так, ладно, что у нас за снасти? Ну, все даже правильно стоит. По названиям. Но вот эта рыба упорно на нас не захочет вообще никак внимание проявлять. Одноглазик. Чувак, у тебя нет, еще нет. Ничего вкуснее барамунди на гриле. Попробуй сам. О, туда можно добраться и поспать. Если мы, конечно, живыми доберемся. На то ночью, чувствую, у меня никаких шансов тут особо повыживать. А так хоть можно какую-нибудь плюшечку получить от Игниса. Устроим здесь лагерь. Тренировочный бой. Ну-ка, что там такого можно в тренировочном бою? Даже опыт получаю. Не светит тебе. Ладно, выбрать другой курс. О, практика 10 уровня. Прикольно. Гладиус что-то даже переоделся. Щит взял. Ну, допустим, нравится. И что ты мне сделаешь? Лол. Беспомощный Глади. Бой против Гладиуса и Игниса. Вперед! Точно! 20-й уровень. Гладио, спасибо. Надо сначала убить Игниса, потом убить Гладиуса. Ох ты. Я зря потратил, получается. Черт. Прикольно. Против двоих сложнее. Так, ладно. Подождать до утра. Я уже отрубаюсь. Все равно сначала нужно поесть. Заодно и фоточки разберем, и все остальное. Так, у нас до утра. А кушать мы будем... Улучшить получаем опыт на 20. Прикольная штука, кстати. Пам-пам-парам. 18 уровень получили. Я рыбалку чуть улучшил. Ох ты, смотри, какой прикольный снимок. Попытались накормить Чокоба. Прикольно.
Это, видимо, то фишка про селфи, да? Случайное селфи. Какой прогноз? Ясное небо, потепление. Отлично. Проверим сейчас как раз таки. Как мы там опыт получаем? Тут больше дядек за вами. Будет весело. Надеюсь, не тем, кто здесь обитает. Им будет груз. Простите, ребят. Но ваша еда, точнее, то, из чего вы состоите, нам бы пригодилось. Безупречно. Мы отлично сработались. Куда пошел? И рога ему пообломал. Вот тебе. Все прошло идеально. Магитех двигатель. Совсем близко. О, прям к нам, что ли? Ну, давай, давай. Жду вас, детишки. Чтобы надрать вам жопу. Вам. И где они? Прикольно. Давайте так, командовать попарно. Буду я. Только покороче. И попроще давай. В атаку. А он какой-то жёлтый. Блестящий. Легкотень. Так, и последний. Так, ладно, мне нужен мои чокоба. Призвать чокоба. Полегче. Мастер чока. Ладно, карта. Так, какие у нас там есть задания? Нам вот сюда вот можно. Ну давайте вернемся к месту, где мы припарковали машину. Целые невредимы. Запах чокоба ни с чем не спутаешь. Так. Помнится, у тебя тут квест был, да? Вот спасибо. Какой прекрасный снимок. Как раз то, что нужно. Ага, видно, что птичка сыта и здорова. Ты это по фотографии понял? Я давно развожу чокоба, сынок. Я ваш должник. Вот это вам. Пригодится для ваших чокобо. Окей. Больно и чокобо. Еще куча опыта. Семечки. 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 Круто. Так. Еще продлим. На недельку вперед. Так, ну у него тут еще задание. Я чувствую, у них там много заданий будет. Я хочу сейчас. Так, вы сможете убежать наши гнезда. А, я хочу просто сейчас поехать. Он все понял по фотографии. Думаю, он знал, на что смотреть. Он эксперт. Да уж, повезло местным чокоба. Я хочу поехать сейчас к ювелиру. Автоматический режим, место задания. Так, истощающее копье, по-моему, мы можем сделать. Готовы к приключениям. Ага. Тогда вперед. А мы разве доехать не можем, не? Срочная доставка. Ну давайте доедем вот так тогда. Стоит запастись зельями и всем прочим. Да, даже от тебя иногда бывает толк. Это что значит иногда? Задание заправки. Эй, принц! Всем привет!
Принц, отдыхаешь? Ну, как-то так. А что, нужна моя помощь? Не волнуйся. Я ничего такого не имела в виду. Много работы? Обычно да. Но сегодня я собиралась заняться кое-чем другим. Отойти ненадолго от гаража. Мне сказали, что здесь неподалеку видели кое-что особенное. Банку редкого полировочного воска. Я подумала, что он пригодится для регалии. Вот и иду за ним. Может, лучше мы сами сходим? Точно? Машина же наша. В общем, да, ты прав. Ну, раз ты настаиваешь, я спорить не буду. Правда, долго, наверное, искать придется. Искать? Тот, кто его видел, не догадался прихватить его с собой. Значит, нам надо пойти незнамо куда и найти там эту банку с воском. В общем, да. Невероятно! Синди ради нас собиралась жизнью рисковать! Она лучшая. Ого! Теперь нивская работа. Я смотрю, вы чего только не подбираете. Ладно, вы мне детали, а я вам огневую мощь. Сид талантливый механик, он занимается улучшением механизмов и умеет полностью раскрыть их потенциал. Но если Нокт раздобудет иглу Кактуара, Сид улучшит автоарбалет, но на это потребуется время. Не скучать, займись другими заданиями и охотой. Ага, Кактуара Сиду. Ого, теперь нивская работа. Я смотрю. Ну, понятно, короче. А, циркулярная пила. Небесный самоцвет Сиду. Видимо, мы не выполнили ни одно из заданий. Сегодня тебе везет. У меня есть то, что нужно. Что будем заказывать? Смотри, чё? Вот что я могу сделать. Наклеивать что-нибудь будем? Можешь переделать ее в такие красочки. Ничего, тоже прикольно выглядит на самом деле. Жалко, деталей у нас на нашей машине никаких нет. Я надраю ее до блеска. Она уже готова. Посмотрите. Круто. Мне нравится. Так, ладно. Нам здесь что-то надо было сделать. Вернуться по квесту, по крайней мере. Ремонт есть, бензин есть, можно ехать. Отлично. Этого мне на несколько недель хватит. А почему ты сам-то не охотишься? Раньше охотился. Брал ножик и нападал на тех, у кого была еда. Жуткое было время. Но потом Сид дал мне работу, и ножом я пользуюсь только на кухне. Вот, возьмите это вам. Сытная еда и на вкус неплохая. Классно. Чем бы нет, прикольно. Победу рубиться. Все, нет, еще что-то можно. Могу подкинуть работы. Ну, давай. У поставщика что-то стряслось, и у меня заканчиваются бобы. Бобы... Не любишь их? Не очень. Да это ты просто готовишь их не так. Я их долго тушу. Ну, это когда они у меня есть. Буду благодарен, если вы поможете. Все обожают фасоль. Уничтожьте обнаглевших монстров. А вкусно пахнет. Так, задание. Все обожают фасоль. Аж 22 уровня. Етить, колотить. Не, мне туда пока рановато, я думаю. Мы сейчас вот сюда поедем. Чего ты такое лицо скорчил? Не королевское это дело за бобами ездить. Просто принцесса на горошине. Ага, обхохочешься. Во-во, те еще шутники. Так, короче, автоматический режим, место задания. И, собственно, поехать к ювелиру-любителю. Да, за 5 гил, почему нет? Вообще копейки, это все, у меня там 13 штучек уже лежит, это все нормально.
Все готовы? Ага, идем. Ну что ж, на самом деле, я думаю, что здесь, в принципе, можно закончить, потому что мы почти дошли до нужного нам места. Ну и, собственно, там уже поговорим в следующей серии, наверное, с чувачелой с этим. Вот. А пока что просто побежим, встретим кису и скажем всем пока. Вот как-то так, я думаю, эти планы сойдутся грандиозные, так что все окей. Кстати, там какая-то... А, это просто девушка. Окей. Не, стоп, какой, а где приятный киса? Ветерок. И то верно. Куда кису дели? Сволочи. Нет, только не киса. Добро пожаловать. Добро, добро. Опубликованы работы победителей 4-го фотоконкурса. Так, Игнис. Ну, короче, понятно, Игнис, как всегда. О, все, наконец-то. Победил. Ладно, ребят, собственно, когда на этом хочу попрощаться. Всем спасибо, всем пока. Увидимся в следующей серии. А сегодня ночуем здесь.